Красиво все поставили. И надо было уже собираться на анализы. Классный трек, спасибо. Кто мне подарил? Фабрицио, thank you so much. Спасибо большое за конфетти. Buenos dias, amigo. Прикинь, телевизор не работал. Это бы вообще было, не знаю. Не мой день точно. Салам алейкум. Фабрицио, thank you. Спасибо. Вот. Такие дела. Buenos dias, amigo. Thank you, Fabrizio. Thank you. Спасибо большое. Потом, вот, смотрите, я утром все равно собиралась пойти в аптеку и пойти что-то из продуктов купить. Так как Олимп был закрыт, я немножко отчаялась, потом бы, ну ладно. Пошла в магазин, купила продукты, потом пришла, начала кушать, готовить, приготовила кушать, потом сама пообедала, уже время обед был. И потом сидела, пыталась уснуть. Меня на том Сабина. Любовь к мужчине — это инстинкт? Что за вопрос? Нет. У нас ты Саша сидишь? Нет, ребята. Это чувство. Thank you, Фабрицио. Ну, может быть, для вас это инстинкт, не знаю. Феликс, нельзя. Короче, у меня есть, ну, как бы туалетный столик, да, где я там все свои крема, спрей и так далее ложу. Вот этот товарищ залазит и пытается сбросить все оттуда. Короче, там у меня еще был такой органайзер для ватных палочек и ватных дисков. Он, короче, брал своими зубами, вытаскивал и разбрасывал по комнате. Пришлось мне вообще их убрать. Теперь я их не ложу, потому что он просто повсюду их соскидывал. Видите, как он хулиган. Вот тебе, Феликс, нельзя доверять, да? Да я вон уже пока тут не была. Станислав, спасибо большое. В общем, здесь. Hello, my friends.